Дорогие горловчане, почта Донбасса пережила непростой год. Но за этот год, однако, было открыто 21 отделение связи, и мы начали оказывать большой спектр услуг, который расширяется у нас с каждым днем. Мы осуществляем доставку пенсии. Наши работники, несмотря на все обстрелы, доносят пенсии, оказывают услуги всем жителям нашего города. И я хочу поздравить всех горловчан с наступающим Новым годом, пожелать мира, добра, крепкого здоровья, достатка, исполнения всех ваших самых заветных желаний.